Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы коснемся следующего вопроса. Был ли Иоанн Креститель реинкарнацией пророка Ильи? Мы будем отталкиваться от Евангелия от Матфея, 11 глава, 14 стих. Здесь сказано следующее. Я прочитаю Матфея, 11 глава, 13 по 15 стих. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Это Христос говорит. «И если хотите принять, он, то есть Иоанн Креститель, есть Илья, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит». Вот сторонники реинкарнации или перевоплощения, они настаивают на том, что как бы Христос признавал, что Иоанн Креститель – это перевоплощение, реинкарнация пророка Ильи. Но это далеко не так. Чтобы нам это понять, мы должны обратиться к тексту из 4 царей, 4 книга царств, 2 глава, 9 по 15 стих. Что мы здесь с вами находим? Когда они перешли, они – это Илья и Елисей, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». То есть Илья уже знал, что Господь заберет его на небо. Это знали даже пророки некоторые. Там были в той местности целые пророческие школы и поселения. «И сказал Елисей: Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, то есть Илья: Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья вихри на небо, Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милоть Ильи, милоть – это плащ, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Ильи? Он самый». И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: «Опочил дух Ильи на Елисее», и пошли навстречу ему и поклонились до земли. Мы видим на примере Елисея, что он наблюдал вознесение Ильи, но по просьбе, которую он обратил к Илье, и по воле Бога, дух Ильи, то есть сила Ильи, она почила на Елисее. И это поняли все те пророки, которые наблюдали со стороны. То есть никакой реинкарнации не было, никакого перевоплощения нет. Я помню, как однажды я решил свозить московских кришнаитов в Троице-Сергиевскую лавру. И я созвонился
с представителями академии, монастыря и договорился, что для них сделают экскурсию, а потом профессор Осипов прочитает для них лекцию и ответит на их вопросы. Потом я их отвез в Малиннике, на водопад, и там пытался, чтобы они отмылись от этих своих знаков, которые там на лбу они рисовали. И вот когда эти кришнаиты задали вопрос Алексею Ильичу Осипову по поводу реинкарнации, он очень красиво ответил. Он сказал: «А какой смысл в перевоплощении, в реинкарнации? Если от вечности отнять 100 лет, сколько останется? 100. Если от вечности отнять 500 лет, сколько останется? Все равно останется вечность. Миллиарды лет, миллионы лет. Все равно останется вечность, потому что в глазах вечности сколько человек проживает, как бы это не имеет значения, потому что обращение к Богу происходит однажды. А вера в перевоплощение и в реинкарнацию, она может ложно обнадежить человека. Мол, в этой жизни у меня не получается, ну и ладно, так проживу. А в следующих жизнях когда-нибудь исправлюсь». И такое легкомысленное отношение к вечности ничего хорошего в себе не содержит. Потом сторонники реинкарнации и перевоплощения, они используют свое учение для того, чтобы объяснить, почему вот ребенок родился, например, инвалидом. Они говорят: а он был грешником в прошлой жизни, вот он родился инвалидом. Почему другой человек родился в очень бедной семье, а вот он не помогал другим, вот теперь он оказался в их шкуре. Мне представляется, что такие рассуждения, они очень жестокие. Они очень жестокие. И они лишены как бы практического смысла. Наш учитель, Господь Иисус, настаивает на том, что мы не должны жить на перспективу. Мы должны жить этим сегодняшним днем. Христос говорит: «Довольно для каждого дня своей заботы». А если мы будем думать: вот завтра я вот начну там более усердно молиться, а вот пройдет месяц, разгребу все дела, и тогда я буду читать Писание, чаще посещать храм и так далее. Мы не знаем, если у нас завтра. И Христос говорит нам, что мы должны жить тем днем, в котором мы существуем теперь и сейчас. Это и есть христианство. А думать о том, что у тебя там миллиарды жизней могут быть, это как-то нелепо. Потом был такой интересный разговор у меня, опять же, с кришнаитами. Мы беседовали с ними о бесконечности. И я задал им вопрос. Вот я их спросил: вот в Бхагавад-гите, в вашей книге, сказано, что отличие человека, ну, обусловленной души, от Бога то, что божество помнит все свои реинкарнации, а человек живет только этой жизнью и ничего не помнит. И если посмотреть, как описываются действия Бога в мире, то по этой книге, Бхагавад-гита, это языческая книга, там говорится, что Бог не творец человеческой личности, точнее, обусловленной души, он вечный попутчик. А что ж тогда получается? Прошедшая вечность не довела человека до спасения, что же тогда может сделать вечность грядущая? И тут кришнаиты говорят: а вечность, она циклична. Высшее божество выдыхает из себя миры, потом вдыхает. И все повторяется. Повторяются все наши ошибки, все наши грехи и преступления. Ничего не меняется, ничего не может
усовершенствоваться. Русский религиозный философ Владимир Сергеевич Соловьев называл такую вечность дурной вечностью. Дурной вечностью. Да, в Библии сказано, что было, то и будет. Если когда тебе говорят, что появилось что-то новое, не верят, а забытое старое. Но это имеется в виду, что общность рода человеческого, она построена так, что мы как бы повторяем поведение предшествовавших. Но во Христе и со Христом мы становимся новой тварью, новым творением Божьим. И это происходит однажды в нашей жизни, как однажды во дни при Понтии Пилате Христос повис на кресте и умер за грехи верующих и за грехи всего мира, как пишет Иоанн Богослов. Поэтому не будем фантазировать по поводу каких-то там жизней. Это из той оперы, там есть и жизнь на Марсе и так далее. А будем довольствоваться заботой о каждом дне. И вот я не знаю конкретно, когда вы будете смотреть эту беседу, утром или вечером. Но когда вы будете ее смотреть, задумайтесь, что есть только настоящее. И этим настоящим надо жить. А если человек живет прошлым, а прошлое уже прошло. Или человек живет будущим, все на перспективу, а человек не знает, есть ли у него будущее. Такой человек нигде не живет. Потому что прошлого нету, будущее, оно вообще необозримо будет или нет. Его нигде нету, как нуль. Поэтому сегодня и сейчас будь христианином. Сегодня и сейчас время благоприятное, время спасения. Обратись к Богу, и Он помилует тебя. Берегите себя, друзья. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. С Богом!